Всем привет! Всем привет еще раз! Я хочу обновить этот Тетрис, чтобы вы видели, ну, примерно отсюда, тут вот пол начинается, и вот до сюда. Но просто я решил, что нужно обновить, потому что за 3 года ничего не меняется на фоне Тетриса. Некоторые темы устарели, но если я обновлю, может это сделает что-то свеженькое на моем канале, на новом Тетрисе. Что мне понадобится, чтобы сделать новый Тетрис? Мне понадобится вот такой вот зеленый цвет, перчатки, вот такие вот перчатки, вот такая вот авторучка, вот такая вот линейка Метровик, оранжевый цвет, желтый цвет. Я начну делать новый Тетрис. Дамы и господа, я сделал Тетрис. Вот такой вот Тетрис. Дамы и господа, апгрейд Тетриса готов. Это значит, на этом Тетрисе, на фоне, ну, этой стенки Тетриса будут новые ролики. Может быть, они будут позитивные, может быть, они будут никакие. Может быть, кто-то из вас все это дело мог бы переклеить по-другому, используя желтый, зеленый и оранжевый цвет. То есть, удачное сочетание. Спасибо всем, кто просто ждал апгрейд Тетриса. Ждите следующее видео. Всем пока!